Интайрес версии 3.03.03.16. Зачем вроде бы он нужен? Старая версия Спинтайрес. Не 17-я, а 16-я. Ну, все из-за того, что большая часть гусеничных машин, к сожалению, не идет под новой версией. Или неправильно идет. А под этой вот в основном практически все пошло нормально. Достаточно только просто будет их выделить. И в том числе и танки поехали, и гусеничные разные вот трактора, снегоболотоходы, бульдозеры, трелевочники. И даже шнекоход очень отлично, шибко, кстати, гоняет. Но запускать только под старой версией. Поэтому пришлось ее поставить. Она тоже без установки. Просто ставишь и кряк перебрасываешь в корневую папку. Да и все. А так тоже надо в мею кидать в папку медиа все файлы, потом стирать. Не надо там каши делать. 800 мегабайт всего висит. Если не нужно, просто удаляешь целиком и все. То есть без установки. Тот же самый автор, вот молодец. Хорошо он это сделал. Ну, впечатление. Тут, кстати, даже заставочка-то покрасивее выглядит. Такое развороченное шоссе, сосновый лес. В принципе, а там-то китайская. Тут. Ну, заставки можно менять. Колесные машины, они в основном могут и тут идти. Это вот не проблема тут запускать. Вот такое вот меню. Ну, та же самое управление, настройки, достижения. Все, в принципе, тут, как говорится. Ну, вот единственный недостаток, что нельзя отключить по F3 вот это информационные панели. Это вот плохо, конечно. Так, ну вот самое. Кстати, вот еще интересный момент. Ну, конечно, карт базовых тут намного меньше. Присутствуют карты каньоны, побережье, наводнение, холм, равнины, широкая река, вулкан. То есть, получается, нету Чернобыля, я смотрю. Потом китайских вот двух нету карт. Китайский каньон. Китайская деревня. Вот таких точно нету карт. Ну, короче, всего 7 карт получается. Или даже... Да, 7 карт. То есть поменьше, чем там. Ну, а так и вот получается каньоны, вот где затопленная местность, разлившейся рекой, побережье, наводнение. Вот побережье это тоже за разбитые дороги. Наводнение, разлившееся река. Холм, вот там можно кататься по селку. Ну, равнины, тестовая карта. Разбитые просто дороги. Широкая река, разлившаяся. Вулкан, все это есть. Ну, количество машин доступных отличается. Еще интересный момент. Тут сделано наподобие панорамного экрана. Вот сами машины. Наподобие панорамного экрана, вот старые кинотеатры, так и гнутые в них были экраны. В очках смотреть казалось трехмерность такая, псевдо-трехмерность. Вот тут сделано. Ну, базовые машины, это, конечно, я газ это вставил. Базовые машины тут, в принципе, конечно, тоже их меньше. Ну, прежде всего, три шерпа заменены кировцем. Они потом кировец почему-то выкинули. Хотя многие недовольны. Ну и вот поэтому теперь надо один ставить отдельно. Зилы, вот только один короткобазник из зилов не есть. То есть это исчез и стандартный синий зил, зеленый зил. Все это пропало. Китайские исчезли, Донфенги. ЗИ-150 и еще один. Который... На Урал напоминал. Все это пропало. Ну а что осталось? Ну, а... и кстати, вот еще такой интересный момент. Когда наводишь, он тут не отдельным экраном, а внутри как бы проворачивается на зеленом поле. Возможно, отсюда картинки-то
берут зеленых машин для превьюх. Но все гнутое. Ну и сразу очки баланса показываются, сколько там, как бы, какое-то количество очков дается, их надо набирать. Если больше, то подсчета не будет. Ну, у вас 469, ЗИЛ 130, ГАЗ 66, это вот в серии базовые машины. КАМАЗы 6520 и 6522. Это базовые машины. КРАС 255. Ну, в принципе, все то же самое. Потом Урал 4320 с новой кабиной. Ну, опытный ЗИЛ-Э 167, Кировец К-700 и два ракетных тягача МАЗ-535 и МАЗ-7310. Ну да. Ну тут внутрь вроде кабин залезть вообще невозможно. Камера, конечно, поменьше. Я, конечно, разумеется, уже поставил Спинтайрес Плюс, чтобы гусеницы ездили. Ну вот гусеничный ГАЗ-71 ГТСМ на Заволжском заводе тягачей выпускались. Гусеничных тягачей. Заволжский завод гусеничных тягачей ЗЗГ. В общем, такой вот завод. Они на смену ГТС пришли, у которых моторы перед кабиной были 68 по 85 год делались, потом их при Горбаче убогими заменили какими-то с кабинами от буханок, совсем убогие машины. Зеленый, синий ГАЗ-71, отраслевой индекс, мотор сзади, кабина отдельно, хотя в принципе это даже удобнее было. Вот они в обычном нифига не идут, в обычной версии 1.7 чуть-чуть только вперед едет и все. Другие поворачивать не могут или вообще на месте стоят. А здесь вроде бы как все нормально. Вот сейчас их поглядим. Звуки немного другие, конечно. Вот сейчас поглядим. Машинка эта очень классная, везде может забираться, где только возможно. Вот недостаток, вот эту фигню не убрать, хотя и отключить можно через какие-то другие. Надо там вырезать файлы эти, но будет неудобно. Ну а так, в общем, карта вот есть. Конечно, у меня все тут разведано. Карта равнина. И, кстати, она... А, это нет, это не равнина, это каньоны. Да, каньоны, карта. Ну, река. Да, короткий западный берег. Компас тут что-то как-то изменен. А нет, хотя он здесь. Ну, немного тут, да, отличается по виду. Да. Камеру вот только можно кнопкой 1 управлять. По-другому никак. Недостаток, что, конечно, вот эту фигню всякую убрать. Ну ладно, что делать. Пускаем. На этой машине и боеприпасы можно было возить. Как бы, как это сказать... Маслок точно такой же, только белый. И вытягивать все, что угодно, и всяких работяг куда надо подвозить. Очень много она в фильмах. Эта машина как... Везде побывала. Говорят, что
грязь немного другая. О, вороны также взлетают. Вот можно сверху все осматривать. Все в тумане, как видим. Так, короче говоря, грязь тут немного другая и больше как какую-то глину напоминает. Там-то жижа такая месиво. Тут как больше как глина. Ну, сами карты немного видоизменены. Даже более старые. Они едет первоклассно, надо заметить. Практически нигде не завязает. Вот если бы как там с 4, что-то он вот полоховатый. Но все равно есть. Единственный недостаток, чтобы не убрать. Это вот да. Кто-то вроде орал, что едет. Ой, ГАЗ-71 сквер, но это может быть и стима-версия. Это самодельная. Здесь все окей. Пиратская версия. Но это не пиратская. Ну, как бы ее сделали. Нормально она работает. Грибы вроде тоже. Внешне примерно все то же самое. Вот, кстати, эти знаки. О, что это такое? Это граница карты показана. Вот, конечно, да, не зря сделали. Это страшновато. С привычки неприятно. И вот знаки. Ничего не поделать. Это убрать вроде нереально. Хотя, может, и вот. Опасно. Мешок. Кстати, вот я еще что сделал. Вот это не машина все время. Опрокинется машина, особенно легкая. Надо опять по новой вкатить. Потому что лебедку ты уже не дернешь. А я вот поменял файл конфигурационный с Pentair S+, и теперь могу дергивать. Даже с вырубленным мотором. Дальше. Нет, нет. Он ползет. Заменили дерьмом ее.
85-м городе догадался. Шикарная машина. Кстати, Серково вот есть болото, где там эти херню куда решили делать. Именно вот это, ГАЗ-71, ДТ-75, да, когда занято не все раз. Задергались. Выдернули эту очередь. Ну, конечно, тоже на утопить его можно. Тут, короче, вон там внизу река течет. Что-то какая-то белая она. Берегу. Там, кстати, птицы летают. Вот-вот водопад. Сейчас посмотрим. Вода какая-то тут более беловатая. Там более мутноватая. А тут, я смотрю, более беловатая. Главное не опрокинуть. Да ну, если куда-то долбануть, он грибочки растет. Уже будет там и смерть, наверное. Дорога отличается. Что-то какая-то более длинная. То есть проехать в целом проще. Кто-то стал орать, чтобы нифига не проехать. А дождь не тоже бывает? Поворачиваемся от вообще шикарная. Вообще без проблем. Не знаю, но валуны ему опасны. Тут вот какие камни. И более его. Вот этот мост. Ну что, река тут какая-то более прозрачная. Там она как совсем мутная. Какая-то прозрачная и белая-белая. Так, аккуратненько. Полное дерьмо. Да, гусеница могла и повиснуть. Вот, кстати, двери можно так открыть. Еще надо раздернуть, что ли, его попробовать. Что-то он там застрял. Что-то похоже нельзя на этот мост ехать. Риск есть повиснуть на железяках. Или же попробовать дифференциалом что-нибудь поиграть.
что-то не хочет. Странно что-то. В общем, мостом не получается. Какая-то ерунда. Что же делать тогда? Не утопится.
гонит просто так, как монстр. Знаете, неприятные на краю карты значки. Раздражают вас. Драбов не выпадет, что придет.
Надо посильнее его подтолкнуть. Такое впечатление, что ему все-таки оторвало гусеницу. Ну, на рембазе, наверное, можно, конечно, было бы починить. Ты задолбаешься тащить. Вот, посмотрим, карта побережья есть. Это карта, озеро, фонарная дорога, северное озеро, побережье, тут вот карьеры, ну в принципе, наверное, не знаю, сейчас посмотрим, отличия есть. Дороги очень сильно отличаются, видите. Thank you.
скользит. Гусеница, то есть лебедка ее фиг выдернешь, потому что уж больно что-то у нее вес включит. Вроде должен, наверное, было огромное прямо. Нормально, с ветром. Дороги больше характер глиняных каких-то, ну, а тут как бы грязь-то есть, но все равно больше как нагон там дом. А вот какой-то водоем. Вот этого не было в реальности. Вот. То есть тут больше воды. И на равнине я тоже заметил карты. Там больше воды. Вот вода. Кстати, вода чище. Вот такое же дерево никак. Вот и вот эти вот разрушают. Довольно крупные ветери. Вот фонарная шерсть. Очень недалеко. Вот это заозерная. Кстати, вроде масла, что ли, нет. Еще масло. Вот эта штука. Задёрнутая. Все, фонарная.
интересно. Тут, в принципе, уже и гараж подойдет. Так, теперь карта наводнения. А тут на шоссе они стоят. Зона катастрофы. Веселое солнце тут что-то все затопило. Я не знаю, он и тонет или сейчас посмотрим. До ближайшего остатка он доедет.
карты. Все, капец. Ну, ради испытания это надо было проверить, но интересно, сейчас подымет ребенка его нормальное положение или фиг там. В принципе, тащить-то тащит, но вот как его вернуть в человеческий вид, как говорится. Просто ради испытания. Шерп-то легко я поставил обратно. А вот этот, он тяжеленный, зараза. В любом случае, лебедка работает даже в опрокинутом виде. Раньше-то все, капец вышло. Тут надо было бы двумя тащить, конечно, лебедками. Что тут одной-то какие-то. Вот сейчас, наверное, поставим. О, все. О, как классно. Да, и такое же в 1.7, точно такая же штука. Не надо перезапускать.
жалко, что лебедка всего лишь одна. Тяжеловато. Наводнение уже посмотрели. Холм теперь карта.
лужка, какие-то делянки для растений, там еще какой-то городок нужен. Карты, конечно, хреново, ни черта не видно. Чё нарисовал? Вообще не понять, как тут определять. Очень плохо сделано. Thank you.
Так, остается карта равнина, широкая река, вулкан. Да, так, сейчас по-быстрому посмотрим. Равнина, известная карта. Равнина. Тут она чуть изменена, наверное. Ну, так вообще несущественно, вот этот поток, как известно. А дальше там зэковские вырубки. Озеро вот еще есть. Ну, я думаю, несущественно. Конечно, изменена. Главная перемена в том, что жжа другая. Более слабая. Едет как по маслу. Вот тянешь никакой обязательно. В 1.7 он там уже еле-еле по прямой маслу поехал. Зад вперед. Вот так же, да, там плюс 4. Тоже только по прямой чуть-чуть приезжает. Ворота не делает. Это вообще он только вперед поехал, даже назад. Здесь вот что творить, чудеса. Трактора некоторые грязь там бывает. А здесь вот наверное поедет, да? Синичников-то не так. Мне это очень понравилось, что он не плохой. Наоборот, это самый классный. Yeah.
Во. Тут вот еще водоем есть. Так. Направо, значит. Очень плохо есть.
равнины. Теперь карта широкая река. Чтобы не мешал говорить. Прокинется.
какой-то. Поднимать не будем, что тратить время. Сейчас последнюю карту посмотрим. Вулкан. Thank you.
брод должен быть. Прямо на брод. Это уже северный берег острова. Остров Лука. Делать нефиг, надо назад уйти. Надо можно по берегу немножко срезать. Попробуй. Thank you.
Сука, опять, зараза. Убиваем гусеницу. Еще и гусеница слезла. Надо назад подать. Она опять идется. Какая-то лесная дорога пошла.
там на чё-то катке сверху большие ролики обрываются. Вернее, только на катках. В один ряд. В один ряд. Довольно-таки ГТСМ ГАЗ-71. Чё, классная машина. В принципе, я прорвал все дороги, по сути. Конечно, прокинуть можно, но если что-то сделать неуклюже, но все равно, в принципе, практически нигде я не садился. А гусеница, раз начинает срываться, надо назад просто подать, и все будет нормально. Вот так все посмотрел карты. Но это 16-я версия, идет только под 16-й версией. Под 17-й он как бы только чуть-чуть, едва-едва двигается вперед. Так что обязательно должна быть 16-я версия. Вот такая вот запись. На этом конец.